Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковка вот такого вот огромного мешка ивановского трикотажа с сайта Постелька37. Итак, поехали. Сегодня у нас... Постелька37, это сайт ивановского трикотажа. Там не только постельное белье, хотя в основном и оно. Там есть еще одежда, много всего интересного. Опачки! Доставляются практически во все города России. Доставка очень быстрая, пришло мне все быстро. Можно также заказать им индивидуальный пошив наволочек. Допустим, я заказала постельное белье и, смотрите, прям даже опломбировано. Заказала постельное белье, и у меня 4 подушки, поэтому мне нужны были еще отдельно из такого же материала наволочки на подушки размером 50 на 70. И как бы я их заказала, можно заказать отдельно к каждому комплекту любого размера наволочки. Это очень удобно на самом деле. Гарантия у производителя 30 дней. Здесь все как бы безопасно, все отлично. Смотрите, в отдельном пакетике у меня здесь что-то. Я заказала одеяло. Вот оно уже торчит. Сейчас мы его с вами достанем. Не очень удобно, шуршу, сейчас достану и все покажу. Одеяло в размере евро, бамбук. Вот так оно выглядит. Я вам все ссылочки обязательно оставлю под видео на каждый продукт, на сайт. Так, евро здесь отмечено, да, вот. И давайте достанем, посмотрим. Потому что я люблю, девчонки, менять одеяло и подушки достаточно часто. Я, конечно, сейчас и подушки могу и постирать в стиральной машинке, но все равно они как-то со временем теряют свой изначальный вид. Одеяло, которое у меня сейчас, ему уже много лет, в принципе, пора было бы его заменить на самом деле. А старое одеяло, допустим, на дачу отвезти, да? И поэтому решила обновить. Ух! Оно легенькое, кстати. Оно легенькое и, по-моему, всесезонное я заказывала, не помню. Смотрите, какая толщина. Оно прошито, то есть даже при стирке, значит, не будет оно деформироваться у нас с вами и скатываться комками, да, потому что оно по всему периметру прошито. Очень мягенькое, приятное. И оно действительно, да, легкое. Оно легкое. Вот так выглядит. Прям здорово. Я все постелю вам, потом все подробно покажу. Так, дальше. 2 пакетика еще отдельно. И давайте начнем с вот этого. Мне кажется, у меня здесь должны быть подушки, а в другом уже постельное белье. Еще я заказала дочери блузку. Очень красивые на детей были блузочки белые. На сайте Tex. Сейчас откроем. Да, здесь подушки. Очень красивые декоративные подушки. Я заказала в подарок маме, потому что это ее... любимый цвет. Я их как увидела, поняла, что надо. Так. Ух! Не просто все открыть, упаковано все хорошо. Да, это 2 подушечки. Очень симпатичные. Смотрите, какая расцветка красивая. Фотоподушка «Мечта поэта», габардин, размер 40 на 40. Сейчас вскроем, посмотрим. Они носят чисто декоративную функцию, но я на таких подушках и сплю. Я, например, не могу спать на больших объемных подушках, даже до беременности. Да? Мне нужна какая-то вот такая маленькая. Вот, сейчас, смотрите, как интересно играет камера. Вот, вот такого цвета, она не синяя. Хоп. Да, камера вообще чудеса какие-то творит. Подушечка классная, подушка на молнии. То есть мы можем с вами снять... и постирать наволочку. Наволочка достаточно плотная. Мне кажется, на таких спать приятно будет. Я думала, она будет больше глянцевая. Нет, она очень тактильно приятная. И спать на ней тоже будет здорово. И вторая такая же подушечка. 2 для комплекта, скажем так. Где она у нас открывается? Ну, красота. Да, вот, правильный цвет. У меня мама очень любит такой цвет, поэтому это подарочек. Дальше у нас с вами постельное белье, очень красивое, тоже всевозможный выбор размеров, и вот тут же в этом пакетике детская блузочка, вот такая вот беленькая. Так, сейчас скажу, размер 38 я заказала, я ей беру 38, 40, а иногда и 46 в ивановском трикотаже, блуза, бант, подростковая кулирка, пенье. Сейчас посмотрим, это такой, она такая больше как водолазочка, мне кажется, должна быть, насколько я помню. Оп. Вот такая вот. С коротким рукавчиком.
на теплую погоду, хотя у нас тепла не предвидится, не знаю. Вообще, конечно. Может, в сентябре будет тепло. Наклеечка на блузке, название ее. Очень миленькая такая вот для школы, с воротничком. И здесь бантик, рукавчик фонариком. Красивая. Придет со школы, померяет, сделаю вставочку, обязательно покажу. Красивая. Я довольна, прям вообще супер. Так, здесь отдельно наволочки, которые я заказывала отдельно под комплект постельного белья. Так, и сам комплектик. Бязь. Я люблю больше бязь, я не люблю сатин. Не люблю поплин, не люблю вот эти вот такие скользящие ткани. Прям вот терпеть не могу, мне больше нравится бязь. Смотрите, как выглядит комплект на картинке. Да, то есть простынь и наволочки. Они вот такого, с вот таким принтом. И отдельно я еще 50 на 70 заказала две наволочки с таким же принтом. А пододеяльник вот такой вот с листиками, красивый. Принт тоже мне очень нравится, вообще здорово. И наволочка на резинке. Мы тоже можем с вами выбрать молнию, резинку и так далее. То, как нам удобно. У меня размер евро. Так, простыня. Тут зачеркнуто, девчонки, не пойму. Пододеяльник 215 на 240 одна штука. Наволочки в комплекте 2 штуки 70 на 70. Вот поэтому я отдельно их и заказала. Сейчас мы с вами все распакуем. Запаковано классно. Смотрите, здесь даже с ручкой. Очень удобно, если кому-то на подарочек. Прям вообще здорово на самом деле. И распаковывается он достаточно удобно. Здесь что у нас? Скотч. Да, и вот так вот открываем краешек, и все, и можно доставать. Это бязь, по-моему, 125 грамм на метр, да? Я вообще очень люблю бязь. Кот. Я вообще очень люблю бязь 140-145 грамм на метр, но сейчас такую бязь нигде не найдешь почему-то. Вот у меня есть один комплект белья, старый, еще старый. Ну, относительно, но ему много лет уже. И вот он как раз 145 бязь. И ему вообще нет сносу. Ну, бязь, она сама по себе, в принципе, ей нет сносу. 115, конечно, маловато плотность. А вот, ну, 125 нормально. И вот этот мой старый комплектик. Я покупала его достаточно дорого, я помню. И я нигде не могу найти сейчас с такой плотностью постельное белье. Он у меня прям... самый любимый. Так, смотрите, как здесь все еще перевязано золотой нитью. Здорово, презентабельно. Она... о, поддела. Видите? На подарочек вообще очень презентабельно смотрится. Отличненько. Так, мы эту золотую ниточку с вами убираем. Она нам не нужна. Она так на уголок была зацеплена, одета. Картиночки. И вот он сам комплектик. Я тоже сейчас... пройдусь по нему отпаривателем, застелю и вам покажу, как он выглядит. Производитель вообще гарантирует, что ткани не теряют краски, да, не выцветают после стирки. Поэтому, наверное, даже я сейчас все это быстро делаю, простерну, высохнет, заправлю и вам уже тогда покажу. И расскажу, действительно ли не линяет цвет и так далее. Вот наволочки 70 на 70. Я забыла, на молнии или нет. Нет, они не на молнии. Или на молнии. Не помню, честно, девчонки. Нет, не на молнии, просто. Просто наволочки. Так. А простынь должна быть на резинке. Я уже обычные простыни не выбираю, девчонки, потому что это крайне неудобно. Исключительно на резинке. Вот, да, действительно. Потрясающе. У меня все простыни на резинке трикотажные, а это хлопок, бязь. Здорово, отличненько. Очень хорошо. И пододеяльничек у нас такой красивый, он отличается орнаментом. Вот такой. И отдельно наволочки 50 на 70. Но я вот тоже не помню, на молнии они или нет. Сейчас проверим. Нет, по-моему, они все у меня, наволочки у меня все без молнии. Да, да, наволочки у меня все без молнии. И вот таким образом выглядит все. Замечательно. Пошито, кстати, никаких нареканий нет. Швы обработаны отлично. Ни одна ниточка пока нигде не вывалилась. Все замечательно. Так, ну и все. На этом, в принципе, весь мой заказ. Сейчас я простерну быстренько белье. Посмотрим с вами, насколько оно потеряет краску или не потеряет. Ну, я уверена, что не потеряет. И застелим, покажу вам уже целую картину. Показываю вам пока одеяло.
Оно большое. Оно очень большое, очень классное. Оно больше нашего предыдущего в размере евро. Потому что я сейчас могу иногда одеяло себе еще там подпихивать как-то. Муж все время жалуется, что я его раздеваю. Поэтому мы решили увеличить его. То есть она больше нашего спального пространства. У нас диван 190 на 160. Получается, да. Вот. Но большое, классное, такое объемное. Теперь одеяло будет хватать всем. Вообще просто счастье. Ну вот и кофточка. Все отличненько. Рукавчик. Подожди, передом дай бантик посмотреть. Вот он сбоку такой красивый, миленький, праздничный. Да? Да. Ну давай задом. Все отличненько. Очень красивая кофточка. Стрейчевая, она тянется. Все замечательно. Ну поворачивайся. Нравится? Да. Видите, какая красота. Вообще просто супер. Одеяло такое огромное, что я его подвернула с той стороны. И здесь оно у меня до пола. Я, конечно, подверну. Мне очень, кстати, нравится принт. Он такой освежающий, вообще супер. Ни грамма не полинял рисунок. Все отлично, все потрясающе. Простынь. Замечательно натянулась. Вообще просто отлично. То есть тоже практически до пола. Ну, я взяла размер евро, а диван-то у нас не евро, да? Он немножко поменьше. В общем, укрыться теперь хватит всем. Красивый освежающий комплект. Мне прям очень нравится. Еще под обои нам так немножечко подходит, да, по цвету. Что мне понравилось еще, девчонки, смотрите. А, здесь глубокие карманчики для подушек. Они действительно глубокие, то есть такие большие. Не все производители шьют такие глубокие, и подушка выскакивает. Поэтому здесь, конечно, прям 5 с плюсом за такие карманчики. То есть производитель ткани не пожалел. Вообще все здорово, все отлично. Принт очень красивый, я прям в восторге. Сиреневые подушечки еще для комплекта покажу. Прелестные тоже вообще. Красота. Ну и на этом мой хороший обзор буду заканчивать. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Все полезные ссылочки под видео в инфобоксе. Проходите, знакомьтесь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.